Друзья, привет! Давайте приготовим сегодня рецепт шоколадного бисквита. Рецепт очень легкий, без масла, молока и разрыхлителя. Для начала соединяем яйца, ванилин и сахар и взбиваем не менее 10 минут. Это очень важно. Далее к просеянной уже муке мы просеиваем какао, перемешиваем и частями добавляем к яичной массе, осторожно помешивая венчиком или лопаткой. Это очень важно, никакого миксера. Бисквит я выпекаю в кольце, вот так заворачивая фольгу. Для этого не нужно смазывать, но если у вас обычная форма, обязательно смажьте маслом. Выпекаем 45-50 минут. От кольца бисквит я отделяю ножом, аккуратненько, чтобы вытащить красиво. Приятного аппетита!